фойе Русского драматического театра не пройти. Во вторник здесь собралась православная молодежь со всей республики. Впервые после пандемии около 400 человек подводят итоги своей масштабной работы. Мы вовлекаем их в культурную различную деятельность, волонтерскую деятельность. Здесь плетут сети как раз для участников СВО помощи. Я думаю, что они не только как-то культурно будут развиваться, наша молодежь, но еще и внесут свой вклад посильный вот в дело нашей победы. В фойе театра участники слета демонстрируют, как правильно плести защитные сети. Андрей Тимотин рассказал, что их вуз уже отправил в зону специальной военной операции 3 такие же. Духовное развитие – это часть общего развития человека. И нужно все-таки прививать какие-то и моральные, и этические нормы, также духовные. И такие слеты, я считаю, очень полезны. И в перспективе они будут только развиваться. Как вот уже такой, можно сказать, большой толчок дало сегодняшнее мероприятие. И я думаю, вместе придем к светлому будущему. А еще в фойе можно было посмотреть выставку военной техники в миниатюре, познакомиться с движением ушаковцы, сыграть в морской бой и даже вступить в союз православной молодежи. Для меня очень играет большую роль то, что меня сегодня пригласили в числе нашей делегации от нашей школы. Вот, и предоставили такую огромную возможность вступить в союз православной молодежи. Я думаю, что меня эта тема очень сильно заинтересует, и я найду свой истинный путь. Позже в зале началось пленарное заседание на тему формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей в процессе современного воспитания молодежи. Спасибо, что вы инициировали этот слет, что вы в нем принимаете непосредственное участие. Я думаю, что далеко не все здесь присутствуют, но вы являетесь своеобразными делегатами. Делегатами добра и духовности. Я не буду перечислять те форумы, которые проводятся в Мордовии, но мы действительно реальный центр православного, духовного, молодежного развития Приволжского федерального округа. И это не мы говорим, это говорит наш святейший патриарх. С его благословением мы являемся центром, координационным центром. И, конечно же, мы должны не только этот уровень держать и соответствовать ему, но идти дальше. Уделить внимание истории, культуре родного края и показывать молодежи отечественные фильмы вместо западных, предложил владыка Зиновий. Та идея, которая вносится в сознание после просмотра такого фильма, это не героизация настоящих высоких личностей, а это подчеркивание и героизация негодемонизма, зла. Общественный деятель Наталья Москвитина рассказала о работе фонда «Женщины за жизнь» и проекте «Здравствуй, мама», который недавно запустили и в Мордовии. Более 3000 сохраненных жизней, то есть более 3000 детей рождены благодаря работе моей команды. 1000 человек – это, например, школа, в которой я училась. Большая такая еще тогда советская школа. То есть это как бы 3 школы в городе-миллионнике. Это очень много. И 10 тысяч семей – это столько, сколько получили помощь, поддержку от фонда в разном виде. Завершился слет спектаклем «На войне, как на войне» молодежного театрального коллектива «Волхвы» Михайло-Архангельского храма села Ичалки. Алена Москалева, Андрей Просвиркин. Наш новость.